Че, кем играть? Пробовать опять поугарать на брукане? Через предсмертные хрипы. Ну а что толку? Механисты, наги, пираты. На, давай, давай попробуем. Ну а что, Драхтара, Драхтара, беспонтовая фигня. Ну что, какой план на этот раз? Какой план на этот раз? На драконов раздал. Вот какой план. Вообще шикарный план. Давай танком сделаем. Вообще шикарно. Драконов раздал мне. Паша Раша. Паша Фураша. Сейчас накажем Пашу Фарашу, который ничего не Пастух. поставил. Обязательно накажем того, кто ничего не поставил. Паша Фараш. И тюни тебя. Ведьма пирата поставил. Неплохо сыграно. Теперь развивай успех. Не самое сильное существо, но что сможет сделать? Так держать, не сбавляя обороты. Мои дракончики оказались сильнее. А, держи. Неплохо Еще сыграно. драконов раздает, Теперь развивай которых я успех. не хочу брать. Которых я не хочу бы. Там что у нас? Пираты. Пираты, скорее всего, с шалопайки можно нанести всем по единичке. Кажется, ты идешь к победе. Не шалопайки. Тут надраил один. Ну ладно, нормально, все равно отыграл. Могло быть хуже. Сражение в самом разгаре. Прям дает этого дракона мне и все. Хорошо, когда есть что разыграть. Может, это существо решит исход сражения. Конечно, мать, по волнам! Что там напротив нас? Смешанные существа, у которых большинство 2-2. Тоже нанести 5. Хотя вот так. Драпнуться. Опять таверну надо. У тебя все отлично складывается. Возвращение. Как оно там? Все в порядке? Уверяю тебе, гнев дракона. Вроде не сильно отхватывал, да? Так держать, не сбавляя обороты. Конец, хорош. А украсть можно вот этого? Я бы с удовольствием украл.
Упоротый поэт. Упоротый. У тебя здорово получается. Отлично. Теперь можно призывать существ помощнее. Лава течет, и я вместе с ней. Сейчас приду. Так держать. Не сбавляй оборот. Здорово получается. Вижу, неплохо у меня тут все. Мне нравится ход твоих мыслей. Хорошо, когда есть что разыграть. Триплет еще. Хорошо, когда есть что разыграть. Золотым делает, да. Давай. Плеть поглотит тебя. Кажется, ты идешь к победе. Отлично, отлично. Неплохо сыграно. Так, у этого дамаг сейчас будет расти капец как быстро. Да, пацан. Взять этого на дважды, да, его? Блин, ну... Хз. Божественный щит вот сюда бы. Что, даже вот так? Опа. Так держать, не сбавляй оборот. Победа. Неожиданная победа.
Даже не знаю, сколько насчет, сколько этого надо. Тут дамаг растет бешено, двойную атаку. Не стесняйся. Найми кого-нибудь. Упоротый поэт. Он упорный, но вообще упоротый. Кому-то не поздоровится. Да ты чё? Не поздоровится. На раз вот так. Укажу. На раз вот так. Танком делает. Танком делает, да? На раз вот так. Единички, короче, постановят игру. У тебя все отлично складывается. Только не Ривендера. Я как бы знал, что я проиграю. Бабки не ходи. Ну, я зато вытащил неплохие карты. Я шел на это. Но есть божественный щит. Есть божественный щит. Мне бы золотым, вот он. Самого низкого делает. Да, третий. И вот так давай. Вот это скидываем. Это скидываем. Тут вот так вот кастуем. Наверное, вот это давай возьмем. Это вот это ставим. Вот этот между вот так. Так, так вот драконы получают. Вот этого ставим. Тут. Так, хорошая карта на следующий ход. Дай заклинание хорошее. Ривендер. Это вылетит у меня. Вот это, по идее, на вылет. Она должна сделать золотым вот это и вот этого. Еще два хода должна постоять. Ой-ой-ой-ой-ой. Золотым его сделал. Божественно. Ага. Ё-моё. Ё-моё. Вообще все пошло очень странно.
Но в целом-то неплохо. Больно только. Брони бы мне взять. А так тот выжигатель, конечно, жесткий чел. Кого он следующим? Он вот этого будет делать золотым, да? Все на вылет, чувак. Чувак на вылет. Есть смысл попугая ставить? Я сейчас отхвачу. Есть смысл? Походу нету. По идее, сейчас хорошо должны апаться драконы. Божественный щит вот сюда или вот сюда. Хорош. Своего рода имба, да? Своего рода имбу собрал. Да, тема. Мне нравится. Что там я хотел брони взять? Давай возьмем брони. Возьмем брони. Так возьмем тоже. Механизмы.
Как тебе Лига исследователей? Золотой Ривендер нужен. Нужен золотой Ривендер. Шляпы у них шикарные. Золотой Ривендер. Я пока живу, не вылетаю. Титус Ривендерус. Ривендерус. Титус. Посмотрим, сможешь ли ты удержаться на вершине. Нужно сначала сюда, да? Ну что, должны долбануть же еще? Не вываливайся ничего, отлично. Ну такая какая-то интересная фигня у меня. Все в порядке? Вообще прикольно. Жаль, что никто не смотрит на эту фигню. Тут вон дамага, непонятно сколько. 8 жизней. Рекорд, походу. 16 668 384. Рекорд по дамагу. Самое большое существо, походу. Поставил новый рекорд. Хотелось бы Ривендера. Тут у нас тоже механисты. Дракончик никому не будет одевать, да? Все, походу. Наигрался я. Я как-то поднес напиток рыцарю смерти. Кружка покрылась льдом прямо у него в руках. Вылетел чувак.
5 миллионов 172 тысячи 54. Нет, 51 миллион. Твои существа постарались на славу. 51 миллион 720 тысяч 551. Не знаю. Не знаю, но рекорд по дамагу я поставил. Вот это уже разговор. Кто механист? Блин, ну единичек, конечно, этих, но они запорят же мне все. Конечно, они мне добавят, да нет, надо это. На победу я тут не рассчитываю, но то, что прикол такой, да? Пять миллиардов 172 миллиона 55 тысяч 114. И это не предел, то есть сейчас будет еще больше цифра. Цифры, которые даже не видно. То есть тут вообще пошло вообще за пределы 8 миллиардов. Шестнадцать миллиардов. При этом я еще и побеждаю, вообще, вообще шикарно. А вообще шикарно. Вообще. Ну, так красиво. Говорю, поугарать на Брукане. Вот вам и контент, и все. И вообще абсолютный рекорд по дамагу, мне кажется. Вот это, конечно, цифра не сохранилась, если бы мы как-то сейчас ничью сыграли, но смотрим. Где это самое большое существо? Вот предыдущий ход мне сохранился. 51 миллион. 51 миллион. 720 тысяч 550 дамага, да? Нет, подожди. 51 миллион 720 тысяч. Странно. Один ход назад до этого. О, так 413 миллионов максимальный урон по существам, да? Ну вот так. Вот такое вот существо, новый рекорд, крупнейшее существо только что поставил.